еще дождикарь. Телевизор, в общем, прям холодно, знаете, я бы ветровочку какую-нибудь одела, но днем все равно будет тепло. Куда ты камни там гавкаешь? Там это. Я надеюсь, что это ненадолго, не продолжительно. Чарли Бенеки. А пока на работу. Я себе тут такой агрегат купила. Ну, вернее, я его купила в Алиэкспрессе. В общем, думала, он намного легче, проще, не знаю. Сейчас вам покажу. Во какой агрегат. Видали? А? Круто? Он как бы и ставится, и можно на стол поставить вот так. А это я. Я сегодня в своих кроссовках. Только, знаете, мне приближать не очень удобно. Сейчас. Первый раз обула. Да? Такая, сегодня у нас прохладненько. Я вот решила вот так. Да, к этому агрегату. Ой, конечно, привыкать надо. Ну ничего, дома вот так, потому что на улицу с таким, такой бандурой ходить. Сумка нужна, чемодан к нему нужен будет. Чемодан. Так, все, я пошла домой. Сегодня тоже немного задержалась. Ой, люди ходят. Ну, в общем, идем. Пока разогревается еда, купила вот такой вот на голову повязку, ну на лоб вот так, чтобы, точнее вот так, чтобы мой макияж не смывался, скажем так. И замочек вот такой, у меня есть замочек синенький, но он, блин, с ключом, и ключ я иногда не закрывается. И вы знаете, я когда пару дней назад, у меня, оказывается, ящик был не закрытый, потому что я вообще что-то там не знаю. Ну, замок такой дешевый был, в общем. Ну, и раз я была рядом с Меркадоной, взяла себе вот такой сыр. Это, ну, сыр как Филадельфия, чтобы утром на тосты. Это и сметана. Ой, сметана, вроде. Есть хочу уже все мысли только о еде, она мне там разогревается. И варенье сливовое. В общем, буду кушать. Всем приятного аппетита. Я всегда боюсь программировать эти замки. Тут вот типа написано, что почем и как. Ну вы что думаете? Я минут 10 сейчас с ним как разбиралась и думала, что все. Пипец, я его как-то запрограммировала, потом распрограммировала. В общем, какой-то пароль ввела непонятный. Куда ввела, как ввела, не поняла. Думаю, пипец. Подкрался незаметно, все, непригодный. Ой, и знаете, как я разобралась методом тыка? Вообще, ну что можно понять? Да ладно, 0-0-0, поверни на 90%. И нажми. И чё? А код когда вводить или что? В общем, то ли я тупая, то ли... У вас бывает такое с этими замками? Проблем. Вот я всегда так боялась их покупать, потому что думала, как мне их запрограммировать? Где инструкция нормальная, где написано, сделай это, сделай так, поверни налево, поверни направо. Нету нигде. Ну, разобралась, все. У меня все получилось. У меня даже еда там стоит и стынет. А я тут разбираюсь с гребаным. Кстати, розовенький. Ну, какой у меня может быть еще цвет? Конечно же, розовенький. Я же люблю розовенький. Розовенький – это мой любимый цвет. Что-то у меня там на голове. Кстати, вы заметили, что мне уже скоро надо будет стричься? Да. Не сегодня, так завтра. Нет, это, конечно, шутка, но уже скоро мне нужно стричь вот это все. Ладно, пойду кушать. С замком, слава богу, разобралась. Слушайте, я очень даже ничего с этой повязочкой, правда? Думала, это будет хуже. Кстати, была белая и черная. Но я так подумала, думаю, зачем мне белая? Она будет буквально через пару занятий черная. От макияжа, от всего на свете. Вот, и решила купить черную.
такой вот. Спросила девушку, говорю, я искала, искала по Декатлону, говорю, где она есть? Она меня повела. Оказывается, знаете, где они находились? Где в гольф, там, для, все для гольфа, представляете? Откуда же я знаю, что это все для гольфа? Так что спрашивайте продавцов-консультантов, они больше нашего знают. Ну, естественно, больше нашего, они же там работают. В общем, неплохо, неплохо, да? Теперь у меня пот не будет вот сюда вот течь, прям в глаз так противно. Вот теперь точно пойду кушать. Как я вам, красотка? Варю себе кукурузу. Точнее, она уже сварилась. Эта кукуруза сейчас быстро варится. Блин, все, мне обляпало тут кругом. Буквально там каких-то 10 минут даже. Можно и меньше 10 минут. Я просто люблю кукурузу такая, чтобы она, знаете, хорошо вареная была. И сейчас полопаю. Я сегодня почти что одна. Чем буду схватить-то? Вот они лежат. Вот, поэтому себе один початок совсем такой, один сварганила. Я с солью никогда не, как говорится, не попадаю. То пересоленая, то недосоленая. Солить кукурузу — это вообще какой-то трэш. А несоленая кукуруза, она невкусная. То все заляпало. Вот вроде бы, да, вода какая-то, посмотрите. А вообще с этой плитой зашибись все делать, потому что побрызгал средством и протер. И все, и нормально. Чарли думает, что ему тоже достанется кукуруза, но Чарли, хотя он ее ест, представляете? Да он вообще, видя, что я что-то в рот затолкала, он тоже это будет лопать. Неважно что, я уже это выяснила. Он наткнулся на ноутбук и хочет понять, что, почему он так с ним поступил. Кстати, удобная штука вот эта вот. Только тяжелая. Держатель. Конечно, с собой его не поносишь. Но очень удобная. И вроде бы как подальше меня видно, правда? Кстати, ветер уже утих. Смотрите, ничего не колышется. Наоборот, такой заходит легкий ветерок. Но у нас на завтра передают дожди. Дождик. И, по-моему, они будут правы. Воздух такой сухой. Знаете, я воздух сухой очень не люблю, потому что у меня нос сразу сохнет. И кожа. Прям такая становится все какое-то сухое, противное. Приходится, у меня вот там алоэ вера стоит рядом, ну, на моем столике. Я постоянно мажусь, мажусь. Смотрите, какие у нас точки красивые. Видите? Это редкость у нас такие, чтобы кучки были. Ну вот, можно полюбоваться. А то я все по YouTube смотрю, что там все, у всех дождик, все тучками любуются. Ну вот и мы тоже налюбуемся. Кстати, у меня вчера вот эта вот штука два раза упала на мою фиалку. Я думала, ей пришел трындец. Ну, ей не пришел трындец. Ну, почти что. Короче, вот эти листики обломались. Два раза. Ладно, пойду я лопать кукурузу. Что-то у меня сумка с каждым разом, чтобы все больше и больше становится. И уже тут сюда ничего нифига не помещается. Я не знаю, с чем это связано. Почему так? Ну, блин, она действительно какая-то здоровая становится. В общем, идем в спортзал на зубы. Зум. Попляшем, попрыгаем. Ну, а потом с Чарли гулять. Все как обычно. На улице прохладненько, хорошо. Блин, что сумка-то? Не умещается ничего. Скажите, а вы так умеете сходить на класс сумбы, попотеть, как не знаю кто? Кстати, повязка, которую я сегодня купила, оказалась супер практичной. Я практически, мне вот это вот не стекало ничего. Вот. И эта повязка к концу занятия оказалась просто хоть выжимай. Но не об этом. Вот, припотела, сходила в бассейн, поплавала. Очень народу много было, хотя на моей дорожке не очень, потому что я занимаю дорожку, на которой плавают медленно. Вот, но я поплавала, вымыла голову,
в душе. Шампунем, все как полагается. И при этом осталось при макияже. Вы так умеете? Я умею. А вообще мы, женщины, все умеем. Если нам надо, я не знаю. Если нам надо, мы горы свернем. И останемся красивыми, правда? Сейчас забираю Чарли. Идем гулять. Такая тишина. Хотела музыку ставить, а потом передумала. Потому что такая тишина. Смотрите, от ветра нифига ничего не осталось. Идиллия. Даже у селезня вот этого нашлась пара. Там, по-моему, рыбы тоже чем-то занимаются. Ой, что это я прибавляю? Пальчик сам что-то делает. Чарли, ¿qué haces? Я стою, и он стоит. Смотрите, раз. И он пошел. Ого. Ну, такие караси. Стоим. Идем. Ну, вы поняли, да? Там такой красивый собака. Мы уже поужинали. Мы — это он и я. Вот так вот лежит и ждет, когда я ему, как в клювике, принесу арбузика. Да? Ты любишь тоже? Чё, мамка, то и ты любишь, да? Да. Арбуз, дыня, что хочешь? Ты чё, маленький? Да, чё? Сижу, смотрю по телеку погоду. Передают вроде бы как дождь на завтра, на послезавтра. Представляете? Но вы знаете, на воскресенье тоже передавали. У нас как бы, может быть, и будет в Гранаде где-нибудь. Да. Но не у нас. А там посмотрим. Потому что в то воскресенье в Гранаде было что-то вообще не... Смотрите, смотрите, видите? Прям передают дожди. Ну чего ты? Дай с людьми поговорить. Ну дай поговорить. Ну дай поговорить, а? Я, кстати, забыла бандур присоединить. Которую мне из Китая прислали. Кстати, удобная. Ну, тяжелая собака. Вот. Ладно, сейчас послушаю. В общем, завтра у нас не будет дождя. Но, возможно, послезавтра. Какая-то там тучка такая строгая идет на нас. С похолоданием. Ну, похолодание пару дней я потерплю. Ладно, так и быть. Но потом, чтобы опять лето вернулось, я бы еще покупалась. Так, недельки 2-3. Ну, я так думаю, что покупаюсь. Улегся папу ждать. Да, моя рыба сладкая. Ты что там лезешь, да? Не-не-не. А сейчас новости будут. В общем, ничего интересного. Буду монтировать. Завтра у меня девочка русская ко мне приедет подстригаться. Вот. Еще что-нибудь, кто-нибудь придет. Так что завтра уже четверг, офигеть можно. Как быстро неделя проходит, прям и все. В общем, увидимся с вами завтра. Посмотрим, будет ли у нас дождь или не будет у нас дождь. Так что подписывайтесь, ставьте пальчики вверх. И всем пока-пока, до завтра!